О, да. Заходим. Всем привет, привет, привет. Наконец-то мне получилось выйти в прямой эфир. Я не мог этого сделать около 2 недель. Не знаю, почему у меня стоял блок. Сейчас, благо, у меня получилось, я это сделал. Всем, как там у вас? У нас хорошо, погода потрясающая. Настроение великолепное. Можно я к вам таки раз? Приди. Привет из Кемерово. Привет из всех других стран и городов. Так. Чё, что тут у нас? Проходи, иди. Русский мат. Настольная книга, да, вот. Русский мат. С булочкой все в порядке, все хорошо, проблем никаких нету. Ту-ту-ту. Простите, у меня телефон-то как сломан. Ух, кстати, я сейчас покажу, как он у меня сломан. Чтобы вы понимали, что мне не так уж и легко читать. О! Сейчас, во, смотрите. Вот такой у меня телефончик. Понимаете, да? Это произошло после того, как он упал в океан с водой. Холодной, соленой, и пошел трэш. Вот такое бывает. Представляете, я теперь не знаю даже, как его спасти, потому что здесь с этим очень трудно, и, в принципе, телефоны не чинят, к сожалению. Что насчет Милены? Ну, слушайте, сложно комментировать данную ситуацию, потому что во многом виновата отчасти она, и выгнали ее. Потому что очень много было сказанных слов руководству плохих. Очень долго терпели, и сколько можно терпеть оскорбления и унижения. Всему есть предел. Я понимаю, что ей больно от того, что Леша не любит, но в этом кроме нее, кроме ее самой, никто не виноват. То есть ведущий вообще здесь ни при чем. Если Леша... Давайте попробуем. Включайтесь. Зачем проситься? Не понимаю. Так. Вообще, хотите в прямой со мной или нет? Чтобы вы понимали, я немножко решил изменить свой лук на голове. И немножко преображаюсь. Либо от скуки, либо... Передаю привет семье Дмитренко. Дмитренко, семья, вам привет. Могу показать вам просторы, просторы. Вот такие просторы. Видите, из моего окна не особо приятные просторы. Степа все перегородил. Вообще красиво, красиво здесь, да, Степ? Это я украшение этих просторов. Ну, кто как думает. Так. Блин, как же плохо видно. Друзья, коронавирус есть у всех, есть во всех странах есть ограничения и есть предпринятые меры определенные, поэтому, безусловно, они присутствуют и даже здесь. Так, ну что, кто там просится в прямой эфир? Кто-то просится, давайте попробуем. Никогда не пробовал, просто так есть свободное время. Так, попробуем еще раз. Так, последняя попытка. Ну, тут, надеюсь, человек не будет бояться говорить. Блин, а смывать еще не пора, кстати. Привет. О! Ну, хоть один смелый человек ответил в прямом эфире. Ну что, рассказывай, что, кто, откуда и как?
Я из Московской области, из города Шатура. Откуда-откуда? Из Шатура, Московская область. А, так. Мне 18 лет. Так. Что интересненького расскажешь подписчикам? Ну, я на том... Блин, я смотрю за вами, наблюдаю уже, наверное, с самого начала. Ой, бедненькая моя, ну и не Ну... пострадал еще рассудок? Нет. Ну, Отлично. мне нравится, типа, ваша пара. Только надо то, Значит. чтобы Саша не нервничала в последнее время, то, что она в положении. Береги ее. О, наставление уже дают, уже приятно, хорошо. Ну, благо он нервничает, потому что нет повода. Ну. Так, ну давай расскажешь самый такой курьезный случай своей жизни, чтобы как-то развеселить народ. А то у меня не получается, вот я поэтому вас и позвал в гости. Блин, я даже не Ну, знаю, почему? я немножко нервничаю, просто даже руки Что нет? трясутся, неожиданно. Почему? А, да ладно. Мы все обычные люди, это нормально. Ну давай, рассказывай, не стесняйся. Тебя смотрит примерно 400 человек. Не знаю. Зачем они нас смотрят? Ну да ладно. Давай, Блин, делись. даже не знаю, чем поделиться. Ну давай, самый такой там, не знаю, парень тебя избил, либо изменил, либо Нет, там, не парень знаю, меня не изменил. что-то. Я недавно машину разбила брата. О! Так, по-любому ехала пьяная, правильно? Нет. Отмечала 18-летие. Нет, просто катались на А как так? машине, и я газ с тормозом перепутала и въехала в столб. Ну да, газ, тормоз припутать, конечно, сложно. Понятненько, понятненько. А какая у тебя профессия? На кого ты учился? Так, у меня две профессии. Одна профессия это драм-актер. И вторая профессия давно, видишь, даже уже не помню ее. Короче, с компьютером, как там название определенное, не помню. Да, давай, у тебя есть еще возможность задать один вопрос, и идем дальше. Задавай тот вопрос, который тебя больше всего волнует. Меня волнует, как сейчас у Алены дела, Рапунц? У Алены все хорошо, правда, она в Москве, мы на острове. Ну, я ее всячески поддерживаю. Она, конечно, переживает и нервничает за всей сложившейся ситуации. Ну, всякое бывает. А ты Но Милен, бывают с Миленой такие косули, общаетесь? что поделать. С С Миленой Миленой нет, не общаетесь? общаемся. Нет, это сложный для меня человек, с ней мало кто общается. Ну, что, Понятно. лимит, как говорится, исчерпан. Идем Ладно, дальше. Все, пока. приятно было познакомиться. Мне тоже. Давай, до скорой встречи. Давай, пока. Ну а что, а мы идем дальше. Мне даже понравилось такой эксперимент. Так, друзья, что вы скажете? Хочу прямой. Ну, давайте поиграем. Ох. Вот тот момент, когда нет друзей под боком, зато есть прямой эфир. Как хорошо, что вы у меня есть, господи. Так. Ой. Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой золотой. Нашел себе новых друзей. С подписчиками общаюсь. Ну. Мне главное, чтобы голова не передержалась. Она не передержится в моем случае, я думаю. Ну, наконец-то! Ну, здравствуй! Какие люди в наших Ничего любимых себе друзьях! Кто не просто. знает, это звезда ТНТ Мьюзик восходящая. Поэтому сейчас у вас есть возможность с ним пообщаться в моем прямом эфире. Это, кстати, мой первый, наверное, прямой эфир, в который я вышел, никогда не выходил. Серьезно? Да. Бля, рад тебя очень видеть. Чё, как Как там у вас настроение? дела на острове? Ой, дела хорошо, слава богу. Проблем нету. Есть, конечно, другие неприятные моменты, но об этом, если что, будет интересно, я тебе напишу в личку. Мне? Ну, такое себе. Ты вообще просто пропал, не пишешь. В последнее время друзья от меня отказываются, как от, не знаю, как от чего.
Как от куска хлеба, хотя от хлеба не отказывают. Да никто от тебя не отказывается, просто я весь в работе. Представляешь, у меня есть работа. Сейчас же карантин, что там работаешь? Не, работ на самом деле очень много. А сейчас же карантин. Это же не значит, что я уже ничего не делаю. Заказы. Так, Максим, подожди, давай не о личном, давайте все мои, так сказать, зрители, они рассказывают о себе и в краске расскажи о себе просто, чтобы знали, кто ты и что ты. Давай. Так, ну ладно, раз твоя аудитория меня не знает, я артист TNT Music. Совсем скоро, кстати, состоится премьера, не надо такое лицо делать, премьера моего нового клипа. Я в эфире могу даже сказать, как называется песня, и клип будет называться «Зять». Вот. Так «Зять»? Что, да. «Взять» или «Зять»? «Зять». Или чтобы это типа «Взять», чтобы все понимали, не, что не, нужно... Не-не-не, «Зять». «Зять». А, «Зять». Господи, ну. Вот. И будет на всех экранах страны. И во всех, кстати, так, колонках. Ты кроме тебя, сейчас от меня все отпишутся, давай поактивнее. Сейчас я про тебя расскажу. Тогда все подпишутся. Да, о чем ты рассказывай. У тебя на острове интереснее, чем у меня дома. Я говорю, у меня на острове происходит и хорошее, и плохое. Про плохое я тебе напишу в личку уже попозже. Сейчас не хочу здесь. А то мне потом скажут, что я жалуюсь. Ну, понятно, понятно. Так, что тебе еще рассказать? Давай задавай свои так, вопросы. Смотри, твой все ждут премьеру твоего клипа, твоего хита. Я так полагаю, что это будет на премьера на TNT Music. Да, и на TNT. Правильно? Везде, да. И на Доме 2, и везде, да, будет? Конечно, я самый первый, кто приеду туда. Вот. Ну, понятно. Поэтому, друзья, у вас есть потрясающая возможность зайти к Максиму на страничку, послушать его творчество. Максим, не забудь мне бабки перевести за то, что сейчас тебя рекламирую. Ну, а я не знаю, в эфире-то прямо можно меня рекламировать-то хоть здесь? Не знаю. Я тебя вообще не знаю, человек. Я просто, ты говоришь про хорошую музыку, ну, я и помогаю. Я тебя вообще впервые в жизни вижу, да? Да. Вот, смотри, самый главный крутой комментарий. Песня у тебя отстой. Вот знаешь, мне интересно, я не знаю, кто это пишет, мне кажется, это про твои песни. Ну, друг мой, не забывай, что мои песни написал также ты. Поэтому мы в этом оба помешаны. Тут, короче, в любом случае, отстой, это про меня. Да. Понятно, понятно. Так. Так, смотри, Максим, тебе уже... слушай, а это удобно, уже пишет то, что возьми меня в клип, хочу к тебе в клип. Я предлагаю тебе, в принципе, на следующую уже, так сказать, песню, когда будешь делать клип, устроить кастинг, и мало ли, может, это... Вот, ты понимаешь, да? То есть, ну, ты хочешь с помощью кастинга в клип попасть. Просто так написать мне нельзя, да, Макс, возьми. Я не про себя. Я про девчонок, вот, пишут. А видишь, у Йоси песни классные. Значит, все-таки говно у меня, по мнению Васи, 555. Не, я согласен. То, что он пишет мне, они получаются прям крутыми, потому что в этом задействованы мои мысли. А то, что пишет он, ну так, среднячок. Вась, ну ты как бы... Что ты сейчас сказал? Это, ну ты как бы думал песни, что его, что мои написаны мной. Так. Блин, я боюсь, что мне сейчас краска просто передержится. Сколько краска? Ты что, красишь волосы? Ну я решил покраситься, да. Вот тебя там штырит. Так, Feel Tonight пишет. Спорим, я кастинг пойду. Блин, чувак, ты можешь мне в личку написать и без кастинга ворваться в клип. Кто песня пишет? Супер. Я их все песни наизусть. Йось, твои песни люди знают наизусть. Максим, привет. Кристина. Конечно, давай вместе споем, Макс. Привет. Она так красива, меня пьянят ее глаза. Меня пьянят ее глаза, невыносимы. Что ты не поешь? Ну, я хотел дать момент спеть звезде, чтобы все услышали твой голос, а не мой. Я, наоборот, хочу дать им понять, какой у тебя шикарный голос, чтобы они тебя не засудили. Пойдем. Я иду. Новый, спасибо большое. А кто это вообще такой? Кто? Кто? Кто-то. Кто? Блин, ребят, я всех возьму в клип. Но жалко, что не я это решает ТНТ. Если бы я решал, то я бы всех взял в клип. Естественно.
Благо, я не вижу, какие там гадости мне пишут, потому что у меня с экрана полный пиздец. А я вижу все, чувак. Я вижу каждый комментарий. А, и что там пиздец, да? Они почему-то все хотят Безуса в эфир. Че он им сделал? А, Безус? Да. Безус поступил очень плохо по отношению к Милене. Потому что ему нужно было сказать уже как полгода назад, что он ее не любит и хочет не расстаться. Но он думал, что она изменится. По факту она не изменилась, и он это сделал очень резко. Вон, Леха, Леха, уже в эфир не хочешь позвать? Чего-чего? Леха, Безус. Это же он пишет, в эфир не хочешь позвать? Я не знаю, он здесь? Ну, походу, да. Леша, это же ты? Ответь так, нам. Тогда, бро, давай, я тебя обнимаю, целую, все, я тебе напишу сегодня. Все, давай, давай, бро, пиши, звони. Давай, все, первый связи. Эфир, кстати, со мной вот был. Со мной. Кстати, я рад, что у тебя хоть настроение поднялось. Это, кстати, у меня тоже буквально вот 2 дня было хуево, сейчас уже полегче стало. Я хотя бы начал есть, а то до этого даже 2 дня жрать не мог. Сейчас ведь полегче отошел. Ну, видишь, как классно. Поэтому давай, иди загорай, смывай эту херь с головы и иди загорай. Все, да, я тебе напишу давай, после шоу. Давай, давай. Да. Так, ну а мы попробуем позвать последнего. Все хотят его. Но я просто не знаю, есть ли он, просится ли в эфир или не просится. А у меня с экраном же еще трабл. Так, все плохо. Короче, Безус, если ты здесь и хочешь прямой эфир, дай мне заявку. Я тебя добавлю и размотаю. Потому что я тебя не вижу. Падла ты такая. Так. Ну вот, друзья, вы хотите в прямой эфир Безуса, а он, видимо, не хочет, он боится, что-то не появляется, заявку не отправляет. Наверное, он вышел уже. Так, ну вроде... Вроде нету. Зай, нету. Пойдем на... Узайте теперь меня. Да, друзьяшки мои, друзьяшки, нету. Видите, он, наверное, испугался и поэтому решил не заходить в прямой эфир. А! Ангелина просто жака. Но в любом случае... Я думаю, то, что эксперимент удался, и можно будет еще как-нибудь повторить. А сейчас я пошел смывать вот это, дабы это не стало еще хуже, чем оно было до этого. Все, всех люблю, целую, пока-пока.